Крем-пломбир. Необыкновенно нежный, ароматный и вкусный. Он отлично подходит в приготовлении тортов и пирожных. Да и сам по себе является отличным самостоятельным десертом. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте все ингредиенты для приготовления крема. Молоко налейте в кастрюлю с толстым дном и поставьте на плиту. Желтки яиц выложите в миску. Добавьте сахар и тщательно перемешайте или взбейте венчиком. Всыпьте крахмал. Перемешайте желтки с сахаром и крахмалом, чтобы не было комочков. Когда молоко начнет закипать, влейте в него смесь желтков, сахара и крахмала. Постоянно перемешивая, доведите крем до загустения. Добавьте ванильный сахар и перемешайте. Накройте крем пищевой пленкой встык и отправьте на холод до полного остывания. Мягкое сливочное масло взбейте миксером в течение 3-4 минут. Масло должно стать пышным и белым. После добавляйте в масло по 1 ложке остывшего заварного крема и каждый раз взбивайте. Нежный и очень вкусный крем-пломбир готов. Если вам нужно прослоить торт, то можно это делать сразу. А если нужно украсить торт, то отправьте крем в холод минут на 30-40, чтобы он уплотнился. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!